Очень часто мы рассказываем в своих сюжетах о том, что водители, находясь в состоянии опьянения, не способны управлять автомобилем. У них появляется самоуверенность, они не могут адекватно оценивать обстановку на проезжей части, затормаживается реакция, вождение становится более агрессивным и рискованным. Эти факторы не могут не сказаться на безопасности дорожного движения. Они приводят к серьезным авариям, в которых получают серьезные травмы и гибнут невинные люди. В целях стабилизации уровня активности выявления и пресечения фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения 30 марта на территории Кашхабльского района прошла операция «Нетрезвый водитель». В госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Целью данного мероприятия является профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. В ходе мероприятия сотрудниками госавтоинспекции осуществляется проверка водителей на предмет состояния опьянения. Также в ходе мероприятия с водителями проводятся профилактические беседы о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Всего инспекторами было проведено 22 беседы. Они призывали водителей соблюдать правила дорожного движения. Управление в состоянии опьянения является опасным видом правонарушения, за которое предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.